Всем привет, дорогие друзья, с вами Енот, а это клуб настольных игр «Мир в коробке». И сегодня у нас на распаковке Bullshit Tiracolo. Короче говоря, это разновидность игры в стиле истории игрушек 3. Что у нас по коробке или в коробке? Давайте посмотрим по сторонам. Издательство это Hasbro, а еще ее издает MB. У нас внутри будет вот такая вот лошадка, на которую мы будем все цеплять. Эта лошадка, собственно говоря, конь боя из истории игрушек. Это был у Soylix'а. Вот такая вот инструкция, которую пытались склеить скотчем, но как-то не очень удачно. Обзоров на эту игру я не нашел, фотографий я на эту игру не нашел. Ничего про эту игру в интернете практически нету. Если не сказать меньше или больше. Вот, вообще оно идет, вот эта штука идет разобранная. У нас есть вот такая лошадь. Это нажимается. Вот, опустили. Зажали. И бах. Но я покажу больше дальше. И три уровня сложности. Три уровня чувствительности, так сказать, этой лошади. Она вставляется вот в такой вот поддон, планшет, как угодно называйте. Ага. На этом уровне сложности даже тяжело закрыть. Сейчас мы... Опа. Вот. Изначально вот эта штука шла разобранная. Это седло Bullshit'а нашего ковбоя. Оно вот так вот собирается. Причем здесь пазики уже есть, ну, идет с фикса, с направляющими. Вставляется пазиком сюда. Очень аккуратно надо вставлять, потому что... Очень жесткое крепление, можно сломать, и я вставляю просто вот на свой страх и риск. Вот мы его зарядили. Есть вот такое вот приспособление специальное, которое отвечает дырочкам. Мы его вешаем сюда. И на него мы будем вешать три уровня сложности предметов. Лассо, лампа и кактус, которые мы вешаем вот так вот, так, чтобы конь... не развалился. Дальше у нас есть звезда, шпоры, кирка, подкова, это второй уровень сложности считается, гитара, колесо, шляпа его подруги, я забыл, как ее зовут, и сапог нашего товарища. Давайте попробуем еще раз. Сейчас мы одеваем это. Вау! Блин, даже я струхнул немного. Вот это, кстати, беда. Я не знаю, это брак моей версии или нет, но я вот так вот вставляю, и он не фиксируется. Собственно говоря, мы должны это одевать, но мы не будем это делать, чтобы будет сильно длинное видео. Но, тем не менее, теперь вы знаете, что есть вот такая версия этой игры, и можете посмотреть в стопе инструкцию, посмотреть и, возможно, даже купить ее. Цель игры — одеть все предметы на коня, чтобы он их не сбросил. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь.